канале. Удачных и хороших покупок на сайте AliExpress. Я решил перейти в новый формат для того, чтобы одежду можно было показывать в более удобном ракурсе для вас, чтобы вам было виднее и понятнее. Здесь должны быть кремовые бриджи за 14 долларов, шли довольно долго, больше месяца. Здесь за 5 долларов майка, которую мы как бы купили, выиграли деньги в споре и решили купить эту майку. Давайте, наверное, начнем с бридж. Это уже третий бриджи, который я заказываю одному и тому же человеку. И всеми этими заказами человек был очень рад. Как видите, у меня на руке часы тоже из Китая. Я ими также абсолютно доволен. Как всегда, китайцы пакуют довольно-таки хорошо. Вот кремовые бриджи. Вот кремовые бриджи. Casual Pants, не знаю, что это за фирма, может быть известная, может быть нет. Сделаны довольно качественно, никаких пятен или каких-то ниток торчащих я не вижу. Сделаны качественно, сзади два кармана. Какая-то ниточка народная. Впереди два кармана. И в принципе все. Вот так они выглядят изнутри. Качественно сделанные бриджи, 14 долларов. Большой размер, на меня он точно не подойдет. Но в принципе я думаю, что мой покупатель так и останется довольный всеми этими вещами, которые он покупал. И эти бриджи ему тоже понравятся. Хотя они на картинке, я вам так скажу, были немного светлее. Но в принципе давайте отложим их и посмотрим майку. Майка женская с рисунком парашютиков каких-то AliExpress. Также хорошо запаковано. Сразу говорю, что она синтетическая, сразу по ощупу понятно. Я не знаю, какую там заказывали, может быть, заказывали не синтетическую. Вот такая вот майка. Запах обычной новой вещи. Сделано, в принципе, для такой цены достаточно качественно. Ну, в принципе, не для повседневной носки, но одеть где-то пройтись, в принципе, можно. Выглядит она достаточно нормально, не выглядит супер дешевой. Только нужно хорошо ее выгладить. Вот такая майка за 5 долларов с AliExpress. AliExpress удобен тем, что мы можем заказывать вещи спокойно, по отдельности. Эти две посылки шли и были отправлены и заказаны в разное время, пришли вместе, поэтому я их показываю вместе. AliExpress удобен тем, что не нужно заказывать нам тысячи футболок или тысячи кроссовок, в отличие, например, от Taobao, где более выгодно купить будет большее количество кроссовок. В общем, вот такие вот бриджи, очень качественно пошиты, качественный материал, достойно выглядят за такие деньги. Я считаю, что они оправдывают затраты и время ожидания на них. Они своим качеством оправдывают. И вот такая вот майка. Да, она по качеству, так скажем, не очень приятная, но за такую цену достаточно неплохо. Но я бы себе такого качества одежду не покупал. В общем-то, в принципе, сегодня все. Вот такой у нас будет теперь иногда необычный формат видеообзоров для моего канала. Подписывайтесь на мой канал. До следующих посылок. В следующей посылке я вам покажу пальто из Китая за 30 долларов. Должно вот скоро прийти. Думаю, что будет интересно. Подписывайтесь на мой канал. До следующих видео.